поставить будильник, сделать зарядку, выпить стакан воды. А часто работаю, вообще не просыпаю. Поставить несколько будильников заранее, ну и лечь пораньше перед школой. Да, часто. Я часто просыпаю в школу, в основном. Просто поздно ложусь спать. Чтобы не проспать на работу, надо, чтобы утром тебя кто-нибудь облил холодной водой. Бывает у меня такое, когда я просыпаю в школу.